Ребята, привет! С вами Игнат. Время, короче, сейчас 5:55. Я очень тороплюсь на автовокзал. Ну, вы уже видите по названиям ролика, что я идиот. Рванул на Крымский каньон. И, ребята, это... планах у меня сегодня. В общем, я сейчас расскажу, что я делаю. Я еду, сейчас бегу на автовокзал, сажусь на маршрутку, еду до Симферополя, там встречаюсь с девочкой, подписчицей, ну, мы общаемся давно, уже года два. С ней мы вместе едем до Соколиного, там мы идем на Большой каньон, еще куда-то. Потом я спускаюсь в Семиз пешком. Это все так у меня в планах. Дай бог это все осуществить, конечно. Автобус. Цикады не видите, не спят. Еще не жарко, они уже проснулись. Автобус уходит 5:20. Сейчас без 5:05. Я еще вон где. Аллея еще совсем пустая. Только дворники начали мусорки освобождать. И эти уже там сидят. Хиппи. В общем, ребят, все, я лечу. Дай бог мне все это провернуть. И все это я хочу сделать в один день. Я говорю, хипари сидят на аллее. Это нифига не хипари на аллее сидят. Это на аллее сидят. На Настенька какая-то с друзьями. Наверное, после ежей вышли. И возле ежей дофига народу пьяно. Так что люди только расходятся, а я уже лечу на автовокзал. И молодняка, ребята, дофига не спит. Вот там возле этих кафешек сидят, да он уходит. Это еще, наверное, расходятся они все. После ночных туз. Ох, не тем они занимаются. Надо 5 утра в горы ехать. В каньон в какой-то, через Симферополь. Пешком назад идти. Ребята, я тут. Они стоят, одна уже приехала. А на одной поеду. Одна из, а другая бы. Котики вон ходят. Симферопольский двор, ребята. Я в Симферополе. Смотрите, какая милота. Я возле автовокзала Центрального. Я сейчас думал, я обоссусь. Извините за такую подробность. 3 часа ехала маршрутка. Ой. Так, 5:20 я выехал. Сейчас 8:07. Ну, почти 3 часа. И, блин, я в самом углу был. И не попроситься, не вылезти. Короче, я даже не добежал до туалета, я выбежал быстро во дворы, первый попавшийся двор. 3 часа без... Для меня 3 часа это вообще капец. Я ж разбалован и сам постоянно за рулем. Так. Света сейчас должна скоро уже тоже подойти. Света это... Потом познакомитесь сейчас, подписчица, в общем. И... В принципе-то я вам не рассказал, как я сюда собрался и как мы с ней договорились. В общем, мне Света вчера позвонила, написала в
Но днем она мне написала. Конечно же, я сразу согласился. Все, мы поехали. Ну, я думал, что я на машине поеду. А потом я думаю, стоп, мне же надо, можно будет спуститься пешком. Я, в общем, это... И ушел гулять. Естественно, я не подумал, что на маршрутку надо билеты взять. Я ехал сейчас, прошу у водителя, про запас местечка всегда есть. В общем, да, пришел на вокзал, сказал, что я без билета, он меня посадил. Спасибо большое ему, довез. Вот, и он едет до того автовокзала. Этот автовокзал не, ну, остановился там, где мне надо. Короче, в 10 я придумал, что мне надо ехать на маршрутке, что мне надо идти всеми с пешком. Я быстро скидал все в рюкзак. И вот я здесь. А вот и Света. Привет. Я с блогером. Привет. Познакомились в реале. Ты уже взяла билет? Нет, я только что приехала. Я больше на живых банкоматах около дома не работала, мне срочно пришлось бежать. Да. У меня кардионагрузка. Слушай, у меня форс-мажор, я сейчас чуть не устался в маршрутке. Надеюсь, ты это не будет. Я уже, ребят, проголодался. Уже пирожка мне погрели в кафешке. Мы купили водички, сухариков, сушек. Все, идем на маршрут и едем на Соколино. Я сейчас рассказывал, как я... Видно даже, да, что снимается? Ну да, только в нашу сторону, только в нашу сторону не поворачивается. Я сейчас рассказал, как я собрал рюкзак вчера за полдесятого. Решил, что все-таки я еду не на машине. И очень быстро собрал рюкзак. Я, в принципе, про все вспомнил, забыл только про... Я сейчас ехал, тучи такие были, блин, дождевик. Ничего, не будет дождя. Я тоже так думаю. Он быстро кончится, и потом солнце высушит. А я фотоаппарат забыла, ну ладно. У меня хороший телефон, я тебя набрал, пожалуйста. Мы нашли наш автобус. А? Наш следующий, потому что автобус, и там, в принципе, уже туда можно садиться. А-а-а. Потеряли свой автобус, оказывается, уже посадка идет. Мы садимся, мы вдвоем, походу. Здравствуйте. Смотри, садись. А какие у нас места? Здесь у окошка, потому что... Рюкзак сейчас. Там красивые виды, ты их никогда не видела, а я видела. Хорошо, спасибо. Уселись. Мы уже добрались, ребята, да? Час пути, да, до Бахчисарая. Сколько нам осталось примерно? Минут 40-50. 40, скорее всего. Ну, сейчас там вот будет красивая часть дороги. Сейчас я буду снимать. По Бельбекской долине. Офигеть. Все, я сейчас чуть-чуть буду снимать. Вам куда? Вам в Куйбышево? 20 минут, ребята, автобус стоит. Пойдем мы. Чтобы не повторять ошибок молодости. Я сказал. Этот час, это целая жизнь. Я как-то ехала 200 км в час на мотоцикле с пассажиром. И для меня вот эти 30 минут показались целой жизнью. А я как увидела эту табличку. Думаю, не. Ребят, гляньте, тут даже розы, вон, красота. Бахчисарай же, это вообще тут все выгорает. Да вот, наверное, поливать-то надо конкретно без конца. А это бесплатный туалет, да? Ну да. Это от бесплатного, наверное, такая вонь идет. Понятно. В общем, ребята, я не помню, со Светой мы говорили, не говорили вам, что мы... А мы не говорили план свой поменявшийся? Блин, пахнет розами вперемешку с нечистотами. Парфюмер отдыхает. В общем, мы же должны были дойти до каньона, и Света должна была идти вернуться Соколино. Да, в Соколино и ехать в Симферополь, потому что ей на работу. В итоге мы пойдем, точнее, в Ялту вместе. Да, мы пойдем, и ребята. Разойдемся уже там, в цивилизации. Да, Света какой-то такой интересный маршрут придумала. Не Тарактаж, не балалайка, такого еще не было. Географ называется. Географ? Да. Это пещера, ты еще говорила, какую-то мы зайдем, да? Да, вот пещера, которая была зимой снегом занесена, куда я не попала. Света просто тоже путешественница, она просто собирается садиться и уезжает. И я смотрю в Инстаграме, па-бам, на новой вершине.
И я с завистью такой думаю, блин, как жалко, что я не со Светой. И вот я со Светой. Ну я бы, да, я так, по Крыму легко перемещаться, можно сказать, практически телепортироваться. Сел в автобус, он такой красивый, и все, ты уже через пару часов где-то далеко в горах. И мы правда, ребята, сейчас подумали, что машина в Крыму — это хорошо, конечно, но она держит. А вот так вот, допустим, мы до Соколиного бы доехали, да? Mm-hmm. Оставили машину, это по-любасам. По-любому нужно было бы возвращаться. Возвращаться к машине. Это было бы не так интересно. Не так интересно, да. Это, конечно, удобно, но это неинтересно. Mm-hmm. Совсем неинтересно. Да, да. Короче, все, мы уже... Где мы? Бахчисарай. По пути до Соколиного. Да. Бахчисарай, пока! Все, как будто мы были в Бахчисарае. Мы были здесь целых 20 минут. Это мы были на окраине, на самой. Ну и что? А дворец, наверное, где-то вон там, да? Я горы узнал. Вообще в противоположном. А я тут узнал. Я узнал. Конечно, да, фантазия, это наше все. В той стороне персиковые сады по весне цветут. А, не-не-не, нет, не те горы. Основной город там находится. Это типа объездная, наверное, их, да? Да, это трасса. А, это вот это Таврида, наверное, здесь, да? Ну, это часть Таврида, да. Таврида же местами пересекается со старой дорогой, а местами новые участки. Это вот как раз где Таврида на старом идет. Мы сейчас уже скоро свернем с нее и поедем в Эльбергскую долину. Красивейшие виды, да? Про виды-то я не знал, кстати, это мне... Кстати, мы сейчас через город поедем точно. Про виды-то я не знал, это мне бонус внезапный. Да. Да. Бахчисарай, привет! Вот это говорит Света-центр. Ну, не старый город, а новый город — это центр. Нет, да? Это прям центр-центр? Ну, такое. Центральная часть, да? Там чуть-чуть подальше есть, типа, фонтан и площадь. Это типа считается центр нового города. Где Ленина? А где? Ну там нет Ленина. Что-то там памятник. А вот туда, если смотреть, то есть в сторону от основной дороги, это в старый город уходит. Узкая улочка. Фонтан, я был там, да, все, я понял, в центре. Про какой ты центр говоришь. Ну а это их... Сейчас мимо него поедем. А это их торговый центр. Даже в Бахчисарае есть торговый центр, я в Севастополе В Севастополе нету таких больших, да? Ну, есть Муссон, есть Симол и теперь Лаванда. Но маленькие, да? Они не то чтобы маленькие, но они по очереди всегда закрыты. Сейчас, правда, все открыты, но... Ты уже не там живешь, да? Да, не там живу. И, во-вторых, конечно, после Меганова они кажутся такими немножко колхозными. Света, ребята, вообще из Вологды приехала в Крым. Осталось, да, по работе я осталась. Я уезжала, потом возвращалась. Очень долгая, драматичная история, но в итоге я уже все равно здесь. Полтора года уже не безвылазно здесь нахожусь. И кроме жизни в городе, еще стараюсь по природе путешествовать. Ну, это много, конечно. Да. Ты как никто, блин. Дорвалась, называется. Дорвалась, до красоты. Да. Я бы тоже так дорвался. Ну, конечно. Пока еще не привыкла, пока еще не набила оскомину это все. Нужно набираться впечатлений. Да. Видимо, я просто уже забыла про Ленина. Вот он, ребята, центр. Да, я Ленина, знаешь, что помню? Потому что мы фоткались рядом с ним. С чем еще сфотаться? С дяденькой Лениным, дедушкой Лениным. Я фонтан только помню, вот эти конструкции металлические и все. Для меня вот это центр. Ну пойди, да, вот этот центр. А так а что, мы по прям там проехали по минут 5, это все центр. Ребята, гляньте, что начинается, вы не увидите. Да ладно, я пока не буду ничего снимать. Там такой каньон. Света говорит, мы туда сейчас поедем. Ой, а это что, пшеница здесь, да? Ну да, пшеница вперемешку. Хотя нет, наверное. Столько бы дикой пшеницы, наверное, не могло быть. Я вчера, честно говоря, в сельском хозяйстве вообще не разбираюсь. И я еще тут. Еще тут колхозник. Сирень деревня называется. Сирень. Ребята, как бы... У меня камера только кусты. Да, камеру только кусты видно. Смотрите, какая. Тут скала крокодил. Но мы ее приехали. Рядом была, да. Не, но это для тех, кто знает. Вот мы где-то рядышком едем. Такие отвесные, красивые скалы.
Ребята, вон какая скала, я говорю, сюда взалезьте, а свет, оказывается, здесь была. Там, нет, вы не видите. А вот сейчас, наверное, видите там. Сколько заняло времени туда подниматься? Быстро, наверное? А где это ты специально ну, здесь остановила автобус, чтобы здесь ходить? Здесь остановка, да, есть недалеко. Прошла по дороге в школу и поделась. Ну, ты специально брала сюда билет, чтобы именно здесь погулять? Да, на Малого Садового берешь билет в Симферополе. Ну, или в Севастополе тоже ходят автобусы. Я тогда в Севастополе еще жила. Вот тут остановка есть. Чуть-чуть назад проходишь и поднимаешься спокойно. Какая ты молодец. Посмотрите, какие виды. Ё-моё. А сюда не лазила? Я уже в другую сторону ушла. А. В принципе, вид один и тот же открывается, что с той стороны. Ну да, это снизу просто, да. Они разные, снизу тоже надо посмотреть. А там, ребята, это мы едем, короче, по краю. Света говорит, если бы мы там, ну, шторок не было, там вообще вид. Да, вот такой Крым тоже. Я по такому Крыму, ребят, еще не лазил. А, лазил я по Чухуткале, похожие горы. Похожие, да. Угу. Мне же полно, вот на той стороне, там же Сюрейская крепость, Мангуб-Кале. Угу. Тепе Кермен. Ты на Мангубе была, да? На Мангубе была, да. Даже пару раз. У нас традиция, у нас есть компания друзей, мы в октябре всегда ходим. По этой красоте, да, типа, по красной. Да, типа вот определенной компании всегда ходим. А я видел осенью у вас красивые фотки в Инстаграме. Да. Как осенью круто. Красиво, конечно. Все разноцветное. И тепло же самое главное. Это да. Смотрите, какие тут милые домики. И газ вон у них есть, да? Что эту сделать? Как ее? Смотри, выходит скала. Ой, какая красота. Магазин такой старинный. Короче, все как я люблю. Я прям вот это все люблю. Я не так не люблю вылизанное все. Я тоже, кстати. Дай пятюню. Вода. Дима, говорит, что за любовь к руинам, к шарпанности? Когда привезла, кажется, что это все искусство. Да. Все новое, уже дыши в этом нету. Да. Как в Москве вроде все, оно и старое, а оно все до такой степени вылизанное, да, да, что... Не воспринимается уже как с историей. Нет, это так, еще дикий мед. Это дикий мед. Где дикий мед? Нет, это другой человек. Ребята, в общем, мы подъезжаем уже к Соколиному, я так понимаю. Я у Светы спрашиваю, говорю, что это за красивая гора? Оказывается, она у нас по расписанию. Света говорит, ну, в общем-то, мы туда и собираемся сейчас. Ну, да. Если я сама не путаю ничего, но вроде как не путаю. А ты ее в маршрут включила, это с ней дорога? Как бы изначально я туда вообще собиралась. Нет, вот сейчас прокладывала, ты ее включила, я за счет времени. А, ну, нет, норм. Смотри, я не включила самую высокую точку, потому что я боюсь, что мы можем не осилить на такой жаре. Но она тогда не лайтова. Если будет хорошо, но если вдруг вот у нас будет все там прекрасно, будем себя чувствовать, потому что уже будет день, уже будет пекло. Если мы сможем залезть, то мы сможем. Если нет, я считаю, что не стоит гнать коней, лучше просто дальше пойдем. Я не думаю, что там тем более мы такие не менее виды, интересные, да, места увидим и не менее красивые тропы еще пройдем. Как говорится, Сатера никуда не денется. Это Сатера, да? В принципе... Сатира, да, я называю. Я его Сатера называю чисто на свою манеру, как винишко. В принципе, это тут тоже лес, но лес до середины. Да, все равно там выше уже ходит, если будет лес, то я боюсь, что будет очень пекло. И родников там, по-моему, не пробили. Ну, они есть, но я не уверена, что они не пересохли. Так, сейчас я, ребята, может быть, выйдем, посмотрим. Ну, короче, гора огонь, конечно. А это не оно? Это мы уже въехали в село. Все, это мы здесь выйдем? Скоро уже выходим, да, через пару минут. Опа-ся, мы на месте практически. Сколько времени, кстати. Так, кому на заметку, может быть, Света проверила, автобус приехал ровно тика в тику. Ни больше, ни меньше. Вдруг кому-то пригодится. Ба-бам! Че,
Здесь есть лагерь какой-то? Я даже не знала об этом. Есть. У тебя нет типа пионер? В магазине. Собачка. Так, что мы делаем? Надо купить воды. Ну, вода есть. Я же купила на Бахчисарае. Надо купить какой-нибудь пирожок. В общем, такое. Может, еще бутылочку? А сколько километров до каньона? В каньоне же будет вода? Не очень много. Там родники будут уже, да? Мы сейчас сильно в горы не пойдем, у нас будет дальше подъем такой маленький. Mm. Вот. Короче, воды нам хватает. Мне кажется, да. И сейчас я камеру основную расчехлю. В общем, ребят, что, в Соколино. Сейчас я вам покажу эту остановку со стороны. Вот она, эта Соколиная. Вот она остановка. Все, ребят, этот влог я закругляюсь. Я вам, смотрите, собираю свои конструкции. Спасибо, что посмотрели этот влог. Подписывайтесь на канал. На этот канал, на влоговый, на основной канал. Лайкайте видео, пишите комментарии. С вами был Игнат. Пока.